Друзья, всем доброе утро. У нас оно действительно доброе. У нас папа нас радует блинами. Кир, ты где так мастерски научился переворачивать? Сам. Сам? Кстати, я всегда хотела научиться жонглировать, но пока безрезультатно. У меня приехала Икеюшка. Буду снимать отдельное видео с своими покупками. Красоту. Я тут купила вот эта дорожка, просто невероятная. Ну, в общем, все покажу в отдельном видео, как я применяю эти товары. У меня здесь открылся какой-то просто инстинкт расхламления. И я потихонечку начинаю расхламлять гардеробную. Кстати, я вам никогда не показывала нашу гардеробную, и сегодня я исправлюсь. Вчера заказали вафельницу, пришла просто в таком состоянии вафельница, что я даже не знаю, как это назвать. Коробка не то, что войну пережила, она просто вот, ее место на помойке. И вот мы сегодня будем делать возврат, куплю себе другую вафельницу. По поводу расхламления. Мне приехали вот такие коробочки, я заказала в Икее их, называются они стук. Если честно, они мне не очень понравились, я хотела сложить детскую одежду в них, но стопочки оказались какие-то очень неустойчивые, и я оставила свои скуп, а вот этот стук, господи, эти названия икеевские, я применила для хранения головных уборов. Здесь навела ревизию. Значит, все взрослые шапки сюда переложила, краги детские здесь, снуды, шапки, пока все демисезонные и тонкие, и толстые, все оставила, потому что погода переменчивая. И вот таким образом, смотрите, как я разложила все варежки. И летние головные уборы я убрала вот сюда подальше. Здесь разложила наши варежки, тут даже еще место осталось, и теплые носочки. В общем, я уже с утра сегодня потрудилась. У нас сегодня еще запланирована уборка. Я не пылесосила практически, наверное, неделю. Вот в таком виде у нас полы, пыль. В общем, вчера немножко прибралась. А, кстати, я еще навела ревизию вот тут. Сейчас расскажу. Тоже использовала вот эти коробки стук. Сюда положила какие-то зарядки. Здесь у нас свечки. Если честно, я купила целую упаковку, но я не знаю вообще, зачем нам столько. Мы столько даже не пользуемся. Так, вот здесь я купила уже большую коробку стук. Она у меня будет предназначаться для хранения пледов. Вот один уже сюда запихнула. Она такая высокая. Вот мне кажется, именно для хранения таких больших вещей это идеальная коробка. Но все-таки хранить вещи, например, детские, либо там взрослые, мне удобнее в органайзерах именно скуп. И здесь вот тоже разобрала, пазлы все сложила в такую коробочку из Фикспрайса. И вот так, таким образом, здесь тоже сложила. Мне кажется, это удобнее, когда вот такие узенькие полочки, как раз для серии Беста, вот эта серия органайзеров, она подходит намного лучше. Ну, вы поняли, у нас весело. Начала немного разбираться в гардеробной. И сейчас впервые покажу вам ее. Вуаля! Вот такой беспорядок я тут навела. Но, как говорит Мари Кондо в своей книге «Магическая уборка», если вы еще ее не прочитали, я вам просто рекомендую. Это must have, мне кажется, должен быть всех людей, которые хотят навести в своем доме порядок. Как говорила Мари Кондо, порядок начинается с беспорядка. Нужно просто свалить в кучу все вещи и начинать разбор. А я сегодня не буду разбирать одежду, а буду разбирать вот это весь хлам. У нас здесь какие-то коробки. Вы знаете, как мы переехали, все в коробках, так оно все и было. Вот это вообще жесть. У меня так и не доходили сюда руки, но сегодня я решила взять себя в руки и разобрать здесь все, что плохо лежит. И я в Икее, уже помните, покупала вот такие органайзеры, и вот в этой доставке мне приехали еще органайзеры, и я хочу именно с помощью этих вот этих больших
что это? Коробка для хранения, навести здесь порядок. Я уже сложила сюда, здесь у меня какие-то пледы, здесь у меня гардины, шторы. Ну и, конечно же, вот эти все коробки я все буду сегодня разбирать. Привет-привет еще раз, мои дорогие зрители. Поздороваюсь с вами лично. Разбор гардеробный я оставляю на вторую половину дня, потому что у нас прекрасная погода. Суббота, утро, и мы сейчас после завтрака поедем гулять, дышать свежим воздухом, ловить последние деньки осени. Наступает ноябрь, это мой месяц, у меня в ноябре день рождения. Так что скоро будем тоже отмечать, но у нас локдаун. Все закрыто, но парки-то открыты, гулять можно, свежий воздух у нас никто не забирал. Поэтому сейчас поедем гулять. Наши фирменные блины от папы. Ну, нормальный. Вон какие красивые, вкусные, ароматные. Вообще, у меня такие не получаются. Друзья, посмотрите, что появилось в нашем доме. Это конструктор для взрослых мальчиков. Да. Мальчики взрослые тоже любят конструкторы, особенно кто, наверное, в детстве увлекался различными конструкторами, хотя в наши 90-е не было таких игрушек. Хочу познакомить вас с фирмой U-Gears, называется. Она специализируется на производстве вот таких 3D-конструкторов для взрослых. Значит, рекомендованный возраст от 12 лет. И я могу сказать, что моя любовь к деревянным игрушкам, она просто безгранична. Я обожаю запах дерева, я обожаю именно вот этот цвет, неяркий, который не вызывает агрессию и прекрасно подходит под интерьер. Сегодня с мужем вечером будем собирать. Мне очень понравилась именно концепция. Попозже, когда вот мы раскроем, расскажу, как все выполнено. Но на вид это очень крутой подарок. Если вы думаете, что подарить вашему мужчине такое вот, знаете, памятное, полезное, экологичное, то мне кажется, это прекрасный выбор. На сайте очень-очень много моделей, там разные краны, автомобили, вот такие сейфы. В общем, там просто более 80 моделей разных есть, из чего выбрать. И, конечно, запах дерева просто потрясающий. Я даже через упаковку его слышу, и я просто в восторге. У них есть сайт. Оставлю сайт в инфобоксе, заглядывайте туда, посмотрите, возможно, вас заинтересуют какие-то модели. А мне кажется, это отличный подарок на Новый год, можно уже заранее сейчас заказать и успели, чтобы доставить. Ну а мы сегодня с мужем будем вечером творить. У меня есть промокод, оставлю его вот тут, скриньте экран. Он дает скидку 20% на все модели конструкторов. Также пропишу этот код в инфобоксе. Если захотите приобрести, то можно выгодно сэкономить семейный бюджет. Все, мы поехали гулять в парке. У нас такой ветер, конечно, поднялся, но мы все-таки надеемся поймать солнышко. Да, Сашуля? Мои шапки, которые я навязала. Ага. У нас дети ходят только в моих шапках. Вообще не покупаю им ничего, кроме пряжи. Так. Я на два закрыла. Давай. Пока ждем папку, покажу вам наш осенний сад. Так, все. Здесь пусто. Ну ничего, ждем следующего лета. И здесь будет все цвести, бушевать. Пиончики вырастут. Searching for higher ground. Can't
easy in front of me. My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. Классно! В нашем парке есть вот такие парящие лавочки. Такой интересный дизайн. Аня! Пап, ну ты-то куда улегся? А мне места не хватило, а вон у меня. Тут тоже для меня есть место. Ой, солнце такое сегодня. А, кстати, очень даже удобно. Можно прям на солнышке полежать. Красота. Дурачимся. Играем в слова. Какая буква? Я не слышу. На З? Да. Что у тебя там? Блокнотик? Да. Так хорошо в парке. Сегодня много народу здесь. 30 октября, а так тепло, на улице плюс 12. Правда, немного прохладный ветер, я даже одевала капюшон. Время уже обеда, мы сейчас выдвигаемся домой, нам еще ехать полчаса. Сегодня на обед у нас будет борщ. И, наверное, немножко отдохнем. Мы стараемся в субботу сделать себе обеденный сон. Обязательно, если у меня не запланированы никакие там съемки, я стараюсь всегда отдыхать, потому что встаю я рано. Наверное, иногда встаю даже нет еще 6 часов. Сегодня встала было без 15:06. Хорошо, у меня битюбик. Я тоже без лык. Скажите, вы как, жаворонки, совы? Как вам удобнее вставать утром? Я, например, именно жаворонок. Я встаю очень рано, но в 10 часов я уже никакая. Даже уже после 6 вечера из меня уже мало толку. Наверное, именно поэтому у нас муж ответственный за вечернюю уборку на кухне, потому что я уже без сил. Но мы уже вернулись домой. Пыталась уложить детей спать, но безрезультатно. Они поспали в машине чуть-чуть, и все. Время 4 часа. Готовлю им полдник. На полдник решила сделать шоколадные маффины. Вот на таком какао был рецепт. Я вот как раз им и воспользуюсь сейчас. Итак, что нам потребуется? 100 мл молока, 100 грамм сахара, 200 грамм муки, 2 яйца, разрыхлитель теста, 2 столовых ложки какао. Я всегда беру вот такое, мне оно больше нравится. И 150 грамм сливочного масла. Сейчас нам нужно соединить масло, молоко, сахар и какао, немножко подогреть, точнее даже немножко подогреть, довести до кипения. И уже потом в остывшую вот эту массу мы вбиваем 2 яйца и всыпаем муку с разрыхлителем. Итак, поехали. It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh-oh-oh-oh. I'm losing control. Пока там наши маффины выпекаются, покажу вам обновочку, которая у нас случилась дома. Я заказала вот такие вот, как это, вставки в Калакс, стеллаж Калакс. И заказала отдельно также ручки Энерида, как у нас на кухне. И у нас получился такой небольшой, как стеллажик с ящиками,
Нам в гостиной именно не хватало какого-то такого маленького стеллажа, маленького комода. Вот, собственно, я решила, что оттаивает место, пылится, лучше заказать сюда вот эти вкладочки. И мы сюда разместили вот таким образом все наши настольные игры, карты, Уно. Сюда вот я поставила, кстати, это форма для специй. Я ее приспособила вот для таких карточек. То есть мы тут интуитивное чтение осваиваем. Вот такие карточки. Половинки бабочек дочка соединяет. Здесь тоже какие-то ходилки такие вот. Вот Монтессори животные. Именно видите, какие реалистичные. Ну и так по мелочи. Здесь вот расположились всякие тоже бусинки у нас. Вышивание. Вот то, что девчонки вечером. Здесь ножницы. Кстати, в Икее купила много ножниц. Очень довольна вот этими. Прям невероятные. Они такие прорезинованные, не скользят в руках. И они белого цвета. Мне прям понравились. На видео хорошо смотрятся. Ну и в целом я не люблю такие кричащие цвета. А здесь у нас карандаши. Вот. И сюда мы разместили тоже их занимашки, настольные игры. Там... Вот сюда все сложили. Теперь не будет пылиться. И все, мне кажется, очень даже выглядит красиво. Скоро здесь будет уже новогодний дух. Друзья, это бомба. Это просто. Они настолько сочные, мягкие, вкусные и шоколадные. Я как любитель всего шоколадного с шоколадом, очень рекомендую вам этот рецепт. Обязательно попробуйте. Все, главные ценители маффинов. Как же они любят нашу домашнюю выпечку. Да, девчонки? Да. Это же вкуснее конфет и печенек покупных. Да? Да. Угу. Сашулька, как всегда, что-нибудь пишет. Наверное, она вырастет писателем. Да, Сашуль? Got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. Я уверена, что сегодня мне приснятся самые-самые сладкие сны, потому что у нас новое постельное белье. Оно из Икеи, как всегда, белое. Кстати, моя зрительница написала мне, что постельное белье, то есть слово белье от слова белый, поэтому белье должно быть белого цвета. Ну, по крайней мере, для меня. Я люблю белое постельное белье. Ну, возможно, с каким-то таким легким-легким принтом. У меня даже, если честно, возникла идея купить краски для ткани.
и вырезать такой шаблончик и сделать, например, зимний комплект белья. Шаблончик вырезать, например, из картофеля в виде елочки и вот таким образом сделать штампики. Я видела, некоторые девушки так украшают и подушки. Но вот меня осенила идея сделать что-то подобное на Новый год, но я еще подумаю. Но, кстати, как идею вполне можно держать у себя в голове. Так, что, 10 красное? Да, это я просто. Нет, это так. Так, а потом кто ходит? Я. О, Маша, мне... А у меня вот такая... Подожди, нет, тебе нужно две карты взять и красный. А можно плюс два тоже положить? Нет. Спасибо. Надо еще брать, пока я тебе красный положу. Куда вам не столько надо? Спасибо, спасибо. Друзья, ну вот у нас что получается пока. Мы собрали пока только такую коробочку. По факту будет вот так. Здесь много еще собирать. Вот этот сам элемент, верхушка. Там вот такая подробная инструкция есть. Не знаю, сколько это времени у нас займет, но, в общем, потихонечку будем собирать. Потом покажу конечные результаты. И я могу сказать, что просто потрясающий запах дерева. Мне очень понравилось именно то, что пахнет. Я обожаю игрушки деревянные. Детям всегда покупаю. И вот знаете, это получается оргалит и вырезан лазером. Хорошо все вырезано, все вставляется. Конечно, нужно приложить усилия. Не без этого, но зато оно как бы крепко. Оно так не хлипко. Здесь вот тоже, как видите, есть элементы разные, они вот так вот таким образом достаются. Мы пока не стали все доставать, чтобы не запутаться. Покажу вам готовый результат в следующем влоге, наверное. И у меня возникла идея немножко потом его затонировать. У меня есть морилка. И, наверное, немножко сделаю этот сейф более таким брутальным, потемнее, чтобы он хорошо подходил в наш кабинет. А к мужу поставим над столом. Все, возвращаюсь к своей гардеробной. Буду сейчас все отсюда вытаскивать, буду складывать в ванну комнату, там посветлее, буду там разбирать, потому что здесь очень узко. Кстати, хотела показать, какие здесь у нас обои. Это единственные обои, которые остались от наших предыдущих хозяев. Я пока сюда не добиралась, я думаю, что обдирать здесь бессмысленно, возможно, просто сверху их покрашу белой краской. Ну, в общем, начинаем разбор нашей гардеробной. Шок, шок, шок. Шок-контент. Все освободила. Оставила только вещи. И вот это мои вещи для вязания. Здесь все для макраме. Мои, короче, какие-то наборы пряжи и так далее. Сейчас буду пылесосить все наверху, полочки, все отпылесошу. Вот такой у меня тут беспорядок. Взяла большой пакет и теперь буду делать самую сложную работу, отсортировывать вещи, которые я выброшу, дам на переработку, которые оставлю, поблагодарю которые. Здесь начинается большой разбор по системе Мари Кондо. Друзья, ну вроде я тут управилась. Посмотрите, сколько мусора. Сразу сортировала на бумагу, на какие-то разные и пластик.
Сейчас все вот это вот буду складывать в специальные боксы для хранения. Ну все, можно сказать, я закончила. Вы только посмотрите, сколько свободного места у меня здесь. Все просторно. Вон туда поставила свою швейную машинку. Там корзина с различными тканями, в общем, нитками, иголками, в общем, для моего рукоделия. А сюда вот в такие икеевские контейнеры для хранения. Ну, это коробки для хранения, они очень бюджетные. Я их сразу много накупила, сложила подушки для от веранды, с мебели садовой от веранды. А здесь пледы, а здесь шторы, здесь какие-то коробочки. В общем, так удобно все хранить. Здесь у нас зимняя одежда, которую мы потом скоро будем доставать. И вот здесь вот вещи, которые я хочу отдать. А потом думаю, что вот эта полочка у меня будет вообще свободна. А я хочу здесь тоже как-то организовать, если мне будет что организовывать, потому что, в принципе, у меня это все и разложено. А, кстати, друзья, у нас дома на втором этаже стоит огнетушитель. Вот знаете, вот не дай бог. Поэтому мы решили, что пусть будет в нашем доме. Когда мы жили в квартире, у нас в нашем доме загорелась трехкомнатная квартира. И, вы знаете, это было очень страшно. Я первый раз в жизни видела пожар вживую. И вот, вы знаете, не дай бог вообще в таком оказаться положении. Поэтому, вы знаете, на всякий случай пусть будет. Друзья, если у вас нету дома огнетушителя, обязательно купите себе. У нас уже ужин. Покажу сейчас, что на ужин. Уже на завтра варю суп с фрикадельками из куриного фарша. Девчонки мои обожают. Так, на ужин гречка. Уже пора выключать, пусть доходит. Котлетки куриные, вкусные. Мой любимый рецепт. Правда, сегодня муж не нашел в магазине кабачок, поэтому сделала сегодня без кабачка. И наш любимый салатик. Салатик тут авокадо, очищенный огурец, соль и оливковое масло. Просто обожаем. У нас тут обновление тоже в каминной зоне. Повесила, точнее, положила сюда гирлянду из IKEA. Мне понравилось, что она черного цвета. И здесь такое небольшое атмосферное освещение появилось. Наверное, я буду с вами прощаться. Увидимся с вами в других роликах. Всем пока-пока. До новых встреч.